Китайские друзья, я хотел бы приветствовать вас от имени Комитета по внешним связям. Сегодня на этом семинаре с таким многообещающим названием «Санкт-Петербург, Китай, социальное развитие туристического продукта». Мы рады, что семинары, подобные сегодняшнему, проходят уже не первый раз, и на постоянной, регулярной основе мы встречаемся с нашими финскими партнерами, коллегами с самыми коллегами из Иматры и обсуждаем вопросы развития, расширения нашего сотрудничества, в том числе и, конечно, в первую очередь по вопросам туризма. За эти годы нам удалось достичь очень хорошего взаимопонимания между Санкт-Петербургом и Саванной Иматрой. Мы практически всегда находим общий язык, поэтому решили провести такой семинар. Совместно пригласили наших китайских партнеров, поскольку, как сегодня уже было сказано, мэром Саванлины и мэром Иматры, Китай рассматривается и нашими соседями, и нами в этом смысле как очень перспективный и многообещающий регион с точки зрения увеличения туристского потока в Санкт-Петербург. Ну и далее Финляндию, Сайму и другие регионы. Названы были более чем впечатляющие цифры, особенно если их сравнить с теми, которыми мы оперируем здесь, в Петербурге, ну и наши коллеги в Финляндии. Конечно, эти потоки могут абсолютно качественно повлиять на развитие турбизнеса наших регионов. Нашими финскими коллегами, не сомневаемся, проведена была большая работа по организации этого семинара. Мы также постарались совместно комитет по внешним связям, совместно с комитетом по туризму оказать все возможное содействие проведения этого семинара. Мы пригласили наших петербургских участников. Хотели бы поблагодарить всех, кто сегодня сюда пришел для участия в этом семинаре. Судя по аудитории, он вызвал несомненный интерес. Зал практически полный. Я думаю, что это также и скажется на результатах нашей сегодняшней встречи, и наши финские партнеры также оценят результаты сегодняшней нашей совместной работы. Хочу пожелать, естественно, успешной и интересной работы, обсуждения всех вопросов, которые уже были сегодня здесь названы, возможно, новых каких-то тем, дискуссий, и пожелать, чтобы такие встречи у нас продолжились, и мы будем делать совместными усилиями все, чтобы так действительно все и продолжалось в нашем сотрудничестве между Санкт-Петербургом, Финляндией, ну и теперь, очевидно, из Китайской Народной Республики. Спасибо.